Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере Блуди Ролиплей. Итак, это сервер с бонусом, чуваки. Сегодня будем обозревать этот сервак. Я установил модпак, кстати, регистрация здесь очень крутая. Всем советую глянуть, серьезно, вот сейчас без обмана говорю, что регистрация здесь очень круто выглядит. Но, возможно, это из-за модпака такая она красивая и интересная. Ну, зайдете, кто захочет, посмотрите. Это у нас получается вокзал. Давайте выйдем на улицу. Бонус у нас... Я не знаю, сколько бонус здесь. А, 99 миллионов. Ого. Мощно, мощно. По маппингу здесь все изменено, как вы можете заметить. Просто все изменено. Давайте сейчас посмотрим, что у нас по GPS вообще есть. Изначально. Основные места, администрация области. Давайте в администрацию области съедем сначала. Так, вот мы приехали, короче, к администрации. Давайте посмотрим, что здесь есть у нас. Так, заходим. Вот такой вот интерьерчик. Ну, интерьерчик этот я уже видел, в принципе. Удивительно, здесь ничего нету. Но вообще, давайте посмотрим, что здесь есть за работы. Во-первых, так. Работа у нас. Водитель маршрутки, водитель такси, автомеханик, дальнобойщик и все. Больше работ нету. Здесь мы можем оформить паспорт, что мы, в принципе, сделаем. А здесь создать семью можно. Но мы этого делать не будем. Ну и погнали дальше. Я думаю, самое интересное будет это купить себе дорогие машины, вообще посмотреть модпак и купить себе какой-то элитный домик. О, магазин одежды стоит по ГОСТу, прикиньте. Это сильно, конечно. Так, давайте себе купим какой-то скин дорогой. Давайте такой скин за 5 лямов, я думаю, купим. В принципе, будет нормально, я думаю. Можно было, конечно, бизнес купить, магазин одежды, но давайте, я думаю, оставлю кому-то из вас его, потому что... Вы сможете зайти, просто словить его. Я думал, вам будет бабки нормально капать, потому что все будут, я думаю, самые дорогие скины покупать. И прибыль будет хорошая. Видите, здесь за счет модпака дороги такие изменены. Более красиво выглядят. Да и вообще все более красивее как-то выглядит. Насыщеннее, я бы сказал. Сейчас дойдем по автосалону, посмотрим как раз какие там автомобили у нас есть. Я, в принципе, видел администрацию автомобилей там стояли. Недалеко от спавна, но именно в автосалоне еще не смотрел. Здесь у нас находится вот такой вот порт, кстати, да. Ну, он, наверное, не задействован. А, не, хотя, видите, там чекпоинт есть, наверное, задействован все-таки как-то. Прикольно. Сервер открылся недавно, поэтому, я думаю, все еще не раскупили. Вот, там рублевка какая-то есть. Это уже интересненько, это уже по мне. Так, стоп. Давайте купим машинку себе хоть какую-то, чтобы было и удобнее передвигаться. Так, все. Заходим в автосалон, погнали купим себе какую-то тачку. Я думаю, будет неплохо. Так, перейти. У вас нет прав. Охрененно. Ну, поехали, что на права сдавать, блин. Ну, не люблю, когда такая ситуация происходит, типа, что нету прав, там, все дела. Эх, давайте заодно сейчас на рублевочку заедем, потом поедем в автошколу уже, зайдем на права. Может, здесь какой-то дом миг прикупим. Либо они еще не расставлены, да? А нет, стоит чекпоинт. Только почему-то на карте не отображается. Сколько он стоит? Наверное, очень много. Купил особняк самый охуенный на сервере. Почему бы нет, пацаны? Вы тоже охуели, что он так дешево стоит? Я тоже охуел. Ебать, я купил особняк просто. Ёб твою налево. Вот это вообще топчик, реально. Ну давайте хоть машину пока администрации вам покажу. Ну не дурно, да, не дурно, пацаны. В принципе, не дурно. Ну вот это вообще, конечно, пиздец. Это крайсер, лимузин. Это жестко. Да, это жестко. Так, это у нас какие-то тоже бэхи стоят. Я, кстати, их не заметил. А, нет, это Мерседес, да? 220 вроде. Или нет? Не, ну прикольно. Ладно, поехали уже в автошколу. Она находится вон там вот. Сейчас себе... Ой, короче, сдадим на права. И уже поедем купим машинку. Блин, не вписался, малёх. Не, ну можно уже, в принципе, примерно понять, какой будет модпак в автосалоне. Ну... Но...
Ладно, давайте зайдем на права по-быстренькому. Надеюсь, здесь теории нету. Потому что я не люблю теорию. Так. Наземный транспорт. Какая максимальная по автомагистрали? 150. Какая типа установки перекрестка? Равнодорожных. Ага, блин. Конечно, долго буду задавать я. При виде ТС, включенный спецсигналами, водитель обязан постепенно снизить скорость и прижаться к обочине. Так, какая максимальная по городу? 60. В каком случае следует пристегивать ремень безопасности при виде сотрудника? При виде, так, в любом случае, так. Стоит ли соблюдать грузоподъемный тягач? Да, всегда. Необходимо ли смотреть в зеркала заднего вида при маневре задним ходом? Обязательно. Все, я заебись просто. Не зря я учил правила дорожного движения, да. Поэтому погнали, сейчас дадим на машине уже. Что-то я хочу Мерседесик взять. Не знаю почему. Ну, давайте возьмем Мерседесик, я думаю. Хорошо, поехали. Так, на двоечку тачка заводится у нас. Все, поехали. Сдавать на права. Все, я сдал на права. Теперь можно поехать купить наконец-то машину. Блин, на самом деле мод очень у них прикольненький такой. Мне по кайфу, но, блин, не знаю, мне кажется, если без бонуса даже сделать этот сервер, то люди будут все равно играть. Просто нужен хороший пиарчик этому проекту, и люди... Так, продолжаем. Короче, чуваки, смотрите, что здесь есть. Автоновку и выбираем автосалон. Так. Ёб твою налево. А как потом выходить, типа? Это мы, типа, сейчас в маршрутке едем, я так понял? Что-то мне стрёмно. Реально, что-то мне стрёмно вообще. Когда мы доедем? То, типа, вот таким автобусом можно передвигаться по разным местам, пацаны. Это очень круто, как по мне. Во, вы прибыли на вашу остановку. Это очень круто, блин, можно так передвигаться даже без машины. Вот это реально чётенько. Но все равно мы купим машину. Потому что нам нужна она. Так, давайте... Не, ладно, уже начнем отсюда. Интерфейс у них такой прикольненький, красивый. Да, интерьер, это слон тоже ничего такое. Так, давайте купим что-то дорогое, я думаю. Вы со мной согласитесь. Так, вот 3 миллиона есть, X5. Audi. Что-то необычное купить. Того, чего у нас не было. Точнее, у меня не было. Ну и что-то прикольное. Бэха, бэха. Ну, M5 здесь есть, само собой, это классно. Так. Нива Субурбан. Субарик такой. Ну, не Субарик такой не нравится. Так. Мерседес Брабус можно купить. 3900 стоит. Как-то, блин, 100 миллионов, как-то мне кажется, сильно много. Потому что, ну, реально можно все купить. Вот этот Поршак прикольный, наверное, его возьмем сейчас. Так, сейчас посмотрим, какие еще есть машины. Но, скорее всего, сейчас Поршака себе возьму. Чтобы соответствовать своей рублевочке. Ой, Геттер я бы взял, на самом деле. И вот этот, может быть, тоже взял. Но сначала Порш купим, если здесь можно будет еще одну машину купить. Ох ты, ёпта. Прикольная тогда водюха такая. Так, Геттер... так, Бэха М4 есть. Так, Бэха еще одна есть. О, заменен этот мотоцикл. Блин, респект просто. Ох ты, ёпта. Нет, это вот это круто уже. Вот это уже интересно, это тоже охуенно. Все, давайте сейчас Поршак найду и куплю его. Так, вот наш Порш. Цвет давайте выберем. Я хочу его ярким, каким-то ярким. Вот, таким я его хочу купить. И покупаем. Слот 1. О, да. Ёпта. Порошачок вот такой вот. Охуенчик просто. Погнали его припаркуем. Это Porsche 911, я так понимаю. Давайте поедем его сейчас припаркуем возле своего дома. Надо будет еще за дом заплатить. Ну, как по мне, блин, бонус 100 миллионов. Ну, грубо говоря, 99. Ну, вы поняли, короче. Ну, как-то это сильно много. Я думаю, 20 миллионов бы хватило спокойно. Либо вообще сделать бонус там 1 лям.
и чтобы не так сильно портить экономику. Кстати, видите, здесь можно вертолет еще ставить. Вертолетная площадка, дом очень охуенный. Я просто в шоке, что его до меня еще никто не купил. Куда машину паркнуть, я вот, смотря, не знаю. Давайте прям возле дома ближе поставим, вот здесь, наверное. Чтобы все заебись было вот так вот просто. Поставим его здесь. Все. Заглушили машину, блин, ну, да, согласитесь, особняк вообще классный. Этот особнячок прям вообще охрененный. Мне по кайфу. Мне пойдет, пацаны, да? Мне реально пойдет. Ну что ж, я думаю, на это будем заканчивать, пацаны. Кому понравился сервак, заходите, в принципе, покупайте себе тут домики, бизнесы, машины и так далее. Все ссылки в описании будут на модпак, IP и на группу ВКонтакте, тоже все будет в описании. Поэтому заходите, кому понравилось, повторюсь, играйте, никого не заставляю. Ну а я буду заканчивать. Всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.